Ну что, добрый день, подписчики, зрители, или утро. В общем, установил я с Amplitude этот Pro X3, как вы уже успели заметить, и что хотел бы я рассказать. Тут вот есть, ну, первое новшество хотел бы рассказать, ну и как бы Melodyne Ara. Встроенные поддержки, что она из себя представляет. Для начала я вам расскажу, как подписывать треки. Допустим, вам пришли вавки, а вы, ну, как бы, чтобы вот здесь вот не подписывать постоянно, но у них, допустим, есть название. Вот я не стал много треков делать. Это, ну, я делал аранжировку на Мохито трек, вот. Ну, тут бас, ударный и, собственно, вокал. То есть, ну, чтобы показать основные какие-то моменты. Как раз вот с Мелодайном еще возился, с этой ARA технологией, интеграцией протокола. Вот, ну и постараюсь не обозреть, так сказать, но исследовать вместе с вами, что это из себя представляет. Так что для начала расскажу, как подписать вот треки. Ну, удобно. Допустим, вы загрузили вот здесь вот три трека, вот они вот выстроились, да, вы выбираете вот объект editor. Дальше, значит, вот здесь фейды, да, и когда вы нажимаете здесь на каждый объект, здесь вот у него есть название этого объекта. Ну и, соответственно, выбираем бас. Выделяем, нажимаем Ctrl-C. Здесь два раза щелкаем, нажимаем Ctrl-V. Все, бас ставился. Здесь у нас будут drums. То же самое. Выделили. Ctrl-C. Два раза мышкой. Ctrl-V. Drums. И третий файл у нас, собственно, вокал. Вокал. Раз. Ctrl-C. Два раза Ctrl-V. Так. Вот таким образом мы разметили трек. Ну, то есть его треки, в общем, назвали, не подписывая. И это удобно. Кстати, это я сам тут методом проб и ошибок такую штуку вот вывел. Главное то, что вот мы выводим, и то, что я там узнаю, это все забывается на следующий день. И все бы это знать одновременно, было бы хорошо, чтобы это все не упускать в последующем, ну, то есть в будущем. Вот. Ну, давайте. Ну, слушать, я думаю, не надо. Так, ну, можно посмотреть, что делает вот это ARA протокол. Для начала, вот, допустим, у нас неизвестен темп композиции. Вот если мы включим метроном. Ну, точнее, он известен. Я, кстати, даже уже не помню, сколько. Так. Ну, можно посмотреть, сколько. Открыть ее. Шоу. Ну вот, 136, запомнили, да? Тут закрываем. Ну, чтобы на всякий случай. Вот, и покажу вещь одну. То есть раньше, когда вы здесь меняли темп, то есть он спрашивал, подстраивать ли MIDI и аудио под этот темп. А сейчас, получается, он не спрашивает уже. То есть, допустим, вы делаете 100. И вот так вот он там что-то подстроился, но вроде как он не спросил, менять ли, не менять ли, то есть сам там чего-то. Вот, не знаю почему, там сбрасывал все. Но не в этом дело, мы вот с этой арой как раз сейчас будем разбираться. То есть вот мы выбрали объект. Вот здесь вот. Нет, здесь. Time pitch, вот здесь вот окошко, да? Здесь мы, то есть, подписывали вот фейды, вот здесь. А time pitch, здесь вот как раз вот это протокол ARA и все остальное. Так, и мы вот нажмем вот use musical tempo adjustment. Вот он тут, темпо ARA, как я понимаю, вот этот значок появился, TA2. И теперь мы вот выделили, допустим, drums выделим. Ага. И то есть получается
с одной галочки можно снять. Ну, то есть разные треки, они могут обрабатываться этим протоколом, могут нет, то есть разные, то есть объекты. Вот, и здесь вот мы выбираем анализ темпов from аудиоматериал, то есть и анализировать темп из, ну, аудиоматериала. Нажимаем. Ждем. Вот он анализирует. Посмотрим, правильно ли он анализирует. У нас было 136 BPM. Ну вот он, 136,3 тысячных доли. Но я не думаю, что это столь важно. И вот он показывает длительность прошлого, да? И если мы сейчас здесь поставим 136, допустим, раз он у нас сам автоматом там все это подогнал, и мы послушаем, что чего он там, правильно, нет. Так, метроном включим. Да, все. Если мы все послушаем, то пожалуйста. То есть вот таким образом протокол Melodyne Ara помог нам, собственно, вычислить темп. Да? Дальше, значит, что мы еще можем сделать? То есть вот темп мы вычислили. При этом мы... А, вот я по поводу клавиатуры тут в прошлом видео. Вот она сейчас не играет, по-моему, да. Я разобрался. Это происходит потому, что вот этот синтезатор озвучивал. Вот этот Microsoft GS Wavetable Synth. Когда я делал другой драйвер, у меня стоял. Сейчас у меня стоит драйвер вот этот. Сейчас покажу. Ой, зачем разрезал? Так. Вот VoiceMeter Virtual ASI. Вот эта программа, которая, так сказать, вот она обеспечивает, чтобы, ну, возможность записи с экрана. Так, вот, значит, у нас саундпулы, так называемые, да? Собственно, вот, например, клавиши. Ну, там небольшие глюки, но прошу меня простить. Так, ну вот я увеличил, кстати, буфер в программе вот этой VoiceMeter. Вроде стало получше и перестало заикаться, чтобы у вас, ну, чтобы как бы не щелкало. Вот, и, собственно, у нас есть здесь вот саундпулы, да, и, ну, допустим, можем привязку сделать, выделить здесь, так, регион. Оп. И послушать, что он там играет. И, допустим, вот клавиши здесь. Подходит. Ну, здесь в настройках можно выбрать автоматические воспроизведения, чтобы все время не щелкать. И, соответственно, если все выбирать. Что-то как-то одно громко, другое тихо. Давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Ну вот, может быть, так. Пробуем. Но при этом я сейчас не помню просто, какая там чего тональность. То есть оно играет в ритме, и в принципе просто я тут одно тише, другое громче, плюс голос, чтобы просто все записать и все было слышно. Здесь можно выбирать как бы тональность таким образом. При этом ее мы
нужно выбирать не только, ну, здесь щелкая мышкой, да, но и щелкая цифры, клавиши 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть вы выбираете, допустим, здесь, нажали 1, 2, то есть не надо постоянно, вот я набираю на клавиатуре, и звучат первая ступень, вторая, ну и так далее. То есть по умолчанию они, по-моему, в ля миноре, это пятая ступень, и вниз и вверх. То есть также... Так. Нажали здесь, ну, отключилось автоматическое воспроизведение. Также можно, допустим, вам, допустим, ну, нужны барабаны, там, не знаю, и что-то, помесь какая-нибудь, амбиент, диско вас устроит, ну, допустим, и там, евроденс. Чтобы долго не искать. То есть выбираете Ambient с зажатым контролом диска и Eurodance. Здесь вы выбираете, ну, что вам нужно. Drums. То есть он будет искать из этих трех Drums. Вот у нас появились барабаны, которые из этих трех. Также вы здесь можете нажать правой кнопкой. Ну и вот он что может отобразить. Изначальный BPM записанный, сколько баров, тип файла, ключ и длина. То есть, ну и таким образом вы можете щелкать. То есть, и чтобы заменить, допустим, барабаны в изначальном файле, можно вот выделить регион какой-то. Так, вот так. Здесь замьютировать наши родные барабаны. Собственно, включить. И, допустим, ну, создадим трек другой. Чтобы он сюда у нас барабан вставлял, да? И, собственно, так нажимаем. Появляется здесь, можно его перенести, где нажали, там и появился. То есть это у нас, он получается луп, его можно, почему нельзя, так, наверное, здесь регион надо отменить. Что ж такое с этими лупами все время? Почему? Что не так? Он не луп, что ли, совсем? Даже не знаю, почему. Но если он не луп, нажали Ctrl-L. Он вот, а, вот он был не луп, поэтому не перемещался. Вот. То есть он здесь показывает, что за файл там, откуда чего. Вот, написано луп. То есть вы его можете вот так вот мышкой, насколько нужно вам, хоть до конца его вот так продвинуть. Ну, можно также удалить, где он не нужен, допустим. Или там сделать другой луп. И при этом все играет в темпе. Допустим, здесь у нас там какой-то переход, и нам нужен, ну, другой ударный. Ударники. И, допустим, вот, вот какие-нибудь эти. Все, включаете опять композицию. Здесь нажимаете правой кнопкой один раз. Сыграет два раза, он куда-то там вставился, и видите, опять почему-то не луп, но я не знаю уж почему. Нажали Ctrl-L, и он луп. Вот таким образом его растянули, и он везде играет все в темпе 136, который нам определил вот именно этот протокол Melodyne. Так. Да, вот я хотел вам показать, но у меня не получилось, потому что, ну, иначе никак не записать, получается, видео и голос, и все на свете. То есть вот здесь в файл-менеджере есть тоже, ну, проигрыватель MIDI-файлов, и он, вот этот проигрыватель, он играет именно, сейчас скажу, чем. Вот этим Microsoft JS Wavetable Synth.
Да? Но в то же время, если вы пишете, ну, в треках с SSO драйвером и, ну, виртуальные инструменты с SSO драйвером, то есть здесь, либо здесь, короче, не воспроизводится файл. Вот видите, он сейчас напишет. То есть я play нажму, он напишет, что занято там устройство, порты там и все такое. Вот. То есть никак не прослушать, его только нужно сюда закидывать, что не очень удобно. Но в то же время прослушивать их этим вот синтезатором можно. Но тогда будет задержка здесь вот в треках, когда вы используете виртуальные инструменты. Вот такая история. А одновременно вот это, сколько я не читал, не пытался что-то найти другие синтезаторы или как-то встроить его, у меня ничего не вышло. Поэтому вам показать даже это я сейчас не могу. То есть, но воспроизводит он эти MIDI очень прекрасно, этот синтезатор. То есть они звучат уже почти как MP3. И было бы неплохо это как-то совместить, чтобы здесь ничего не запаздывало и все работало, и чтобы и здесь можно было их как-то, может, прослушать. Но здесь нельзя выбрать. Получается, вот у меня есть Yamaha синтезатор, который вроде как, ну и остальные другие, то есть которыми можно было это прослушать, но это сюда никак не встроить. По поводу клавиатуры тоже я разобрался. Вот сейчас она почему-то не звучит. Вот. Звучала она тоже, потому что у меня был тот драйвер. Я думал, что это сделали Magix в новой версии, чтобы она там звучала все время. Но это не так. Она и так бы у меня всегда звучала, если бы у меня выбран был другой драйвер. Не ASIO, а вот с которым я тогда записывал. MME, по-моему, или как-то так. И она начинала звучать так же, как и вот здесь вот файлы. Так. Что еще? Что еще? Вот. Включим здесь наши родные ударные. Не родные. Так, убрали уже. Так. Собственно, вот мы выбираем вокал наш. Ну, можно солировать, можно не солировать. Можно даже по кускам, допустим, порезать. Ну, так. Здесь, на... Ой, так, не то нажал. Т. И вот, допустим, здесь Т. И где-нибудь здесь Т. Теперь вот выбираем этот кусочек. Нажимаем. Хотя я еще одну фишку покажу. Вот этот кусочек нам, допустим, нужно, ну, превратить в MIDI. Здесь мы выберем, ну, какой-нибудь там синтезатор. Кстати, не какой-нибудь, а выберем то, что появилось нового. Даже не помню, какие, как они там называются, но я покажу. Вспомню, думаю. Так. Вот Cinematic Soundscape. А, вот начнем с первого. Орган церковный. Вот он. Так, вот первый церковный орган. Нажимаем здесь. Вот так он звучит. Чего ж ты вы прыгаешь все время? Ну, послушаем Баха.
первый инструмент. Хорош. Посмотрим второй инструмент. Это вот этот промахнулся. Этот был. Тут нам не надо. Да, вот Cinematic Soundscapes. Это второй. Тоже вот клавиатура почему не работает, поэтому послушаем так. Птички, вот видите, добавляются здесь. Крутой, конечно, с этим заниматься. Слушаю. Тут тоже можно птичек, походу, добавить. А нет, тут уже не птички. Уже все страшно. При этом все это по нотам. Играет. Ну, в общем, вот так вот. Колокольчики. Ice Winds. Easy Winds. Какой-то что-то там ветер какой-то. Может, не так. Так, превью. Ну, то есть тоже достаточно такой объемный, атмосферный. Пэды. Море тут какое-то. Так, давайте море послушаем. Да, инструмент очень крутой, конечно. У меня там за окном еще птички тоже добавляют. Так, ну ладно. И следующий, третий. Так, вспомнить бы, какой там третий, четвертый. По-моему, этот. Да, это он.
концертное пианино. Ну, тоже послушаем превьюшку. Сначала там такое уже слушал, тихое. Опа, и погнали. Такое пианино. Так, и вроде это у нас какой там инструмент? Третий, да? Второй. Или третий. Там, по-моему, было 4 новых. Так, давайте еще раз. Там было, было. Раз. Да, это третий у нас. И четвертый инструмент этого года. Поп драмс. Ну, собственно, вот. Здесь можно техно, клаб, брокен. Все такое выбрать. Поп драм клаб, допустим. Такие вот барабанщики. То есть здесь вот разные бочки, собственно. Трэп даже есть. Даже с нашей песней послушать. Катю заглушим. Здесь вот он не захотел играть под ритм, под темп. Ну ладно, вообще все понятно. Перейдем, собственно, ради чего вот я все это затевал. У нас есть вокал и три, ну не три, множество объектов. Допустим, нам нужно получить вот из этого объекта MIDI, что он там играет. И здесь мы как раз вот выберем новый какой-нибудь синтезатор, мы выберем, ну пианино выберем концертное, вот это вот, да, его. Он загрузилось, пусть оно пока висит здесь. Тоже в соло режим. Здесь запись нам не надо его. А здесь мы нажимаем правой кнопкой. Здесь, кстати, вот появилось Edit Audio File in Melodyne и Audio to MIDI. Вот и нажимаем Audio to MIDI.
Собственно, вот наши MIDI уже на дорожке. Правда, я еще не понял, как отсюда его выцеплять, допустим, ну, MIDI. В других редакторах можно, но можно здесь посмотреть. Может, они в группу сделались? Ну-ка, ungroup. Ну, вряд ли. Ну, если вот мы копируем, ну, в принципе, копируется и сам аудиообъект, и MIDI-информация. То есть это благодаря вот Melodyne. И теперь мы можем послушать здесь в соло, что она пела у нас, да? Отсюда. Увидела, любовь твою, мне очень жаль. Так, ну больше нам не надо. Вот это вы. Не увидела, любовь твою, мне очень жаль. Вот. И теперь мы послушаем, что же у нас играет пианино. Это все как-то тихо, печально. Думаю, надо увеличить это. Я не увидела, любовь твою, мне очень жаль. Это у нас вокал, а пианино у нас что играет? Так, увеличим громкость здесь. Ну, вроде как немного похоже. Ну, вот таким образом можно в MIDI превратить. При этом даже можно, ну, какую-нибудь полифоническую историю тоже в MIDI превратить. Это так, ну это удалим. И теперь приступим к экспериментам с самим Melodyne. Это нам уже не надо. Здесь вот нажимаем опять правая кнопка Edit Audio File in Melodyne. Ну, собственно, он нам построил что да как сразу. При этом, если мы выберем другой какой-нибудь объект и тоже здесь нажмем Edit Audio File in Melodyne, а он уже обработал, да, где-то он тут внизу, что ли? А, вот. Извиняюсь, я просто с Melodyne не очень, но придется научиться. Так. Вот, собственно. И таким образом вот мы можем переключаться. То есть Melodyne сразу отображает. Ну, практически сразу. При этом, то есть мы можем прослушивать как здесь и выделять, допустим, вот видите, мы выделили здесь луп. Именно вот здесь. То есть он интегрирован уже в саму. Так, давайте мы перейдем. И здесь можно, в принципе, не переключаться здесь, а именно в Melodyne в самом уже модулировать. Он там проматывается. Мы сделаем вот здесь луп. Увидела, любовь твою, мне очень жаль. Я не увидела любовь. Даже вот так, чтобы без паузы. Я не увидела, любовь твою, мне очень жаль. При этом можно здесь переключать именно воспроизведение. Он будет начинать, ну, интегрируется здесь маркер позиции и здесь. То есть можно вот выделить этот блок. И нажать play уже пробел. Так, теперь дальше что? При этом, если мы, допустим, копируем вот этот кусок вот сюда, как мы уже показывали с Ctrl, да? Он копируется вместе с информацией, с MIDI. Также мы можем из него сделать, ну, к примеру, loop. Ctrl-L нажать. Ага, что-то написал. Из-за того, что регион, наверное, был выделен. Ctrl-L, loop, да? И когда мы его даже потянем, так не работает. Значит, не работает с лупом. Ну ладно,
Ну, Ctrl-D-то хоть работает? Да, Ctrl-D работает. С лупом, значит, эта штуковина не прокатывает. Так. Теперь мы, когда объект выделяем, Edit Audio файл Melodyne, надо все равно нажимать. Если он открыт, то есть он будет всегда показываться. При этом он не закрывается, если мы даже вот здесь вот будем что-то делать. Работа, да, он вот висит на переднем плане. Это удобно. При этом его можно развернуть на весь экран. Также свернуть. Ну вот, клавишу, чтобы он исчез, получается, ее нет. Его только можно закрыть. Видите? Не работает. Так, ну что еще? Так, что еще? Он может тут определять, по-моему, темп. То есть, если мы все это выделим. Использовать темп агрид. Ну, в общем, Melodyne будет высчитывать темп. И здесь вот можно темпа трек создать. После того, как он высчитает. Ну, давайте относительно этого объекта. Нажмем ОК. Вот он подумал, сделал темпотрек. Вот видите, переходы. То есть здесь можно даже... Вот как его перенести в сам плетют, именно если это, допустим, трек живых барабанов, что очень хорошо, и все будет играть, и бочка, то есть будет какая-то живость. То есть в других редакторах я смотрел, что это возможно, но как здесь это перенести, я пока не разобрался. Так. Темпа, темпа. Ну, что-то есть тут про темпа, но... Именно переноса нет. То есть, если... Так, вот здесь соло мы включим. И если мы здесь клик, то здесь он нашел один, получается, да, размер. Здесь у нас стоит другой. Так, вот он здесь, получается, темп посчитал. Ну, дальше он... Так, вот объект, да, мы высчитываем темп. Еще раз. Вот он высчитал, собственно, даже вот с отклонениями, да, какими-то. То есть вот таким образом можно мышкой рисовать различную темпокарту. Но как ее интегрировать в Samplitude, я не знаю. Почему она тут тоже не работает? Непонятно. Так, ну ладно, хотя бы темп он высчитал, конечно. А, вот сейчас работает вот. Ну-ка. Если мы нажали темп, то есть он перестает, получается. А нет. И сейчас работает, да? А как ее вот перенести? Можно только ее изменять. Интегрируется ли она? Нет, она, по-моему, не интегрируется. А ну-ка, если мы луп тут уберем и попробуем растянуть. Застрейчить, так сказать. Изменится ли в Melodyne что-нибудь? Ну, вообще, походу, не хочет. Может, вот так, не хочет он ничего растягивать. То есть он использует, получается, темпотрек Melodyne. Если мы здесь нажмем так, то тоже он не хочет ничего растягивать. Почему? Хочется спросить. Ну, возможно, это из-за того, что у меня установлено вот Melodyne Studio. А нужно Melodyne Essential. Может быть, дело в этом. Так. Также, если вот у нас открыт этот трек, допустим. Ну, с Melodyne я не буду объяснять, как тут работать. Тут понятно, эти штуки двигать. Можно отобразить вот так, таким образом.
Вот он покажет нам ноты вокала как ориентир. То есть можно неограниченное количество треков сюда добавлять. Допустим, вот еще один мы добавим. Если много треков, то он не отображает. А, все, вспомнил. Вот, то есть мы выделили трек, нажали здесь эту клавишу Compare. И он у нас стал эталонным, то есть треком. Когда мы нажали здесь, он нам показал этот трек. При этом мы можем нажать здесь. Где он нам? Так, где у него? А, ну, таким образом, что ли, S4. А, ну да, все правильно. Вот S4. Вот он, эталонный трек. А если мы выберем S4, вот таким образом, да? То есть можно трек вокала включить эталонным. Вот, разобрался. Дальше. Ну, чтобы равнять, подравнять. Если у вас, допустим, много дублей или бэков, чтобы они были синхронны. Дальше. Что еще можно с этим всем делать? Вот с темпом тут, конечно, трабло. Непонятно. Использовать темп. Ну да, вот можно, 136, да? Установить константный темп решетку 80. Нажать ОК. Вот он установил темпотрек DAF. Я не увидела любовь твою. Так, еще тут можно делать квантайз. Квантайз. Допустим. Так, ну мы это сделаем лупом, чтобы у нас не играло и остальное. Я не увидела любовь твою, мне очень жаль. Я не увидела любовь твою, мне очень жаль. Я не увидела любовь твою, мне очень жаль. Почему-то как-то прыгает он не так, как... Ну ладно. Теперь, значит, здесь у нас есть... Select Groove Reference. Авто, то есть можно 32-ми. Я не увидела любовь твою, мне очень жаль. 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 Ну что-то вроде меняется. Я не увидела любовь. Вот с трека, кстати, тут тоже можно убрать. Получается, как ревойс, да, работает. Я не увидела любовь твою, мне очень жаль. Я не увидела любовь твою, мне очень жаль. Я не увидела любовь твою, мне очень жаль. То есть вот таким образом можно квантайз осуществлять, да? Но в то же время это все двигать. Я не увидела любовь твою, мне очень жаль. Вот, значит, ну вот так это все работает, хозяйство. Но нужно еще разбираться. Что еще я вам хотел показать? Так, из нового. Так, еще из новшеств получается плагин прослушивания в MP3. Как это будет звучать? Давайте здесь его послушаем. Правда, он, вот я его пробовал, но что-то там хрипит.
даже когда запись не ведется. Так, ну давайте включим. Включил. Какой на 100, а я на миллион. Извиняюсь. Я на миллион. Обернись, лети на мулет. По следам ушедшими с дождем. Я забуду все, чего нет. Уже не важно, были мы вдвоем. Слышать звуки солнца потерял. Я с тобою невесомо где-то падаю по... Не сдержаться и сказать тебе три слова, улыбаться. Мое сердце не готово, лучше не бежать, переждать. Утро холод, где нас больше нет. Где нас больше нет. Где нас больше нет. Разбежаться и услышать звуки солнца, потеряться. Я с тобою не падаю, падаю в пропасть радуги свет. Не сдержаться и сказать три слова, улыбаться. Мы разобрали, что еще? Ну тут у нас полифонии нет, в принципе. Хотя в вокале там где-то она была, да? Это здесь. Ну вот здесь мужчина подпевает. То есть у нас там получается уже полифония. Нажмем Т, чтобы был это новый объект. И этот мы объект попробуем аудио то MIDI сделать опять же. Вот он вроде как сделал. Можно его открыть, посмотреть. Что у нас там играет? А вот у нас как раз пианино выбрано. Засолируем. В общем, вот он что нам нашел. В то же время мы можем сделать другой режим мелодайни. А, на весь экран сразу открыл. Не надо нам на весь экран. Ага, сейчас уже и не уменьшить его, да? Таким только образом приходится тут. Ну ладно. Вот видите, у нас тут уже больше треков, которые он нашел, и можно сделать их референсами. Что там появляется, в общем. Можно уже относительно их редактировать. Даже можно, ну я показывал, квантовать относительно трека, другого трека. Так, и здесь. Здесь, да, алгоритмы выбираем. Может быть, стоит выделить? А, ну да. Господи. Да, стоило было выделить. Сейчас все появилось. Вот, и мы здесь выбираем... Polyphonic Decay. Он нас спрашивает, 3D Tag делаем. Это подольше процедура. Очень долгая процедура. Надо было поменьше взять. Ладно, дождемся. Кстати, можно даже не ждать, вот, а продолжать, допустим, слушать или там работать на других. Все замечательно проигрывает сейчас. Здесь что-то делать. Сон продолжает работать. Вы дальше можете что-то свое делать. Ну, мы дождемся. При этом вот мы это все проделываем, да, но плагина как такового Melodyne нигде не висит. Да? То есть он как бы в фоне работает. Вот его не свернуть, конечно. Но его можно закрыть.
принципе, он, наверное, должен продолжать работать. Так, ну что ты там доделал? Вот, что-то он там доделал. А, ну вот, получается, он здесь выстрелил, но так как нельзя разъединить аудио с MIDI с объекта, если мы его сюда перенесем, так как с амплитюдой MIDI и аудио воспроизводит на одном треке, то будет звучать вместе с аудио. Но чтобы его все-таки разъединить отсюда, нужно вот так сделать, аудио to MIDI. И вот он, ну вот этот, наверное, процесс и есть разъединение. То есть он может его делать как уже с объекта, который мы, ну, сделали анализ, да, так и просто аудио to MIDI. То есть он будет, получается, использовать последний алгоритм, который мы здесь выбрали. Вот, и посмотрим, что он нам нараспознавал. Соло включим. Еще раз. И что было там на самом деле? Вместе. Потише сделаем. Ну, в принципе, можно тут что-нибудь поделать. Дальше еще очень интересная вещь, когда, допустим, полифонию какую-то или песню или что-то, да, ну, минусовку делать, то есть можно сделать тоже аудио to MIDI, но так как есть ударные, есть там множество обертонов, то есть получается билиберда. И нужно как бы фильтровать. Искал программу, чтобы отфильтровать, допустим, по питчу на различные каналы и так далее, но пришел к интересному, к интересной находке. То есть вот, допустим, ну, это у нас некая полифония. Мы ее открываем двумя щелчками, да, MIDI-редактор. Вот он тут нараспознавал. Можно, конечно, делать вот так. Ой, извиняюсь. То тихо, то громко. Делаем потише. Это не будем солировать. Ну, здравствуйте. Нужно, наверное, выделить. Сейчас тихо. Громче. Здесь... А, вот вызвался. Что сегодня... Тут линии какие-то вот появились. Это у всех так? Ну, допустим, я сейчас не буду тут разбирать. То есть можно вот так вот выделять. А, это он играет, получается, полностью. Все понятно. Так-то он тихо. Так, уберем тут вот эту. Если мы нажимаем вот два раза, где нота проходит на пустом поле, то есть он выделяет, получается... всю эту ноту. Ну, бывает, что в тональности, допустим, определенной ноты нет, допустим, какой там нет. Скорее всего, вот этой нет. То есть мы здесь... Можно и здесь, хотя, но она шумит, поэтому я не буду там... Вот здесь вот нажали. Нажали Delete. Вот таким образом она по всей длине объекта удалилась. Можно делать хитрее. Оказывается, есть такой вот редактор замечательный, я тоже в нем разбираюсь, хотя я про него читал, но только до него, ну, понял весь его, так сказать, смысл. MIDI Event List, вот это, да? Ну, то есть он показывает нам, когда, что, канал, номер MIDI ноты, что за нота в нотном обозначении и ее velocity. Да, и, соответственно, мы можем фильтровать. Вот, взять эту ноту, к примеру. Посмотреть, вот она. То есть, когда мы здесь нажимаем, он у нас выделяет. Допустим, вот velocity 31. Мы можем это отфильтровать. Нажать здесь.
по умолчанию он выдает вот две ноты, которые имеют velocity 31. И здесь получается вот соль третий и соль диез, ну соль диез третий и соль диез второй. При этом он нас, если мы здесь щелкаем, да, он выделяет также и здесь. Получается раз, два. То есть здесь мы можем нажать Ctrl-A, выделить, то есть все, и удалить. И при этом они удалятся у нас и в MIDI-редакторами. В MIDI-редакторе. Также Ctrl-Z нажали, все это назад. Также можно сделать не только равно, то есть здесь можно опять все ноты посмотреть. Нажали на кнопочку. Здесь можно равно или... Я как понимаю, еще не дошел до этого. Не равно. Наверное, это все-таки не равно. То есть выделить все, кроме этих двух нот. Вот если мы их... Так, вот у нас вот эта нота, да? По-моему, вот она, 31. Если мы тут нажмем... Да, ее как бы нет. Да, но она не исчезает. Вот она, эта нота. Отсюда она не исчезает. Она просто у нас удаляется из нашего перечня вот этого. Дальше у нас есть меньше, да? То есть меньше 31 velocity. Вот, меньше 31. То есть те ноты, которые, возможно, будут... Ну, они при том, когда Melodyne или другое MIDI-партию делал, множество обертонов вылезло, которые, в принципе, они там не слышны или, наоборот, очень громкие, ну, типа бочки там какой-то. И можно ее, в принципе, вычислить, где она играет. И все эти ноты вот с помощью этого ивент-листа удалить. Допустим, вот он нашел ниже, то, что тихие какие-то ноты, да, он нашел. Мы Ctrl-A нажали здесь, он все это выделил, нажали Delete. Все эти ноты, которые меньше 31 velocity, у нас удалились. Также можно поступать и с больше. То есть нажали опять Ctrl-Z, чтобы... Ну, чтобы здесь выбрать больше, нужно правой кнопкой нажать, больше velocity показать. Ну, собственно. Так, ладно. Вот нашу ноту эту, по-моему, вот она. 31, да. Больше показать. Вот он показал больше ноты. То есть мы их выделили. Ой. А это я меняю, что ли, ноту? Нет, не надо менять. Ага, видите, я хотел выделить, а он меняет саму ноту. Ctrl-A и удалить. Вот только он оставил то, что по velocity меньше получается, да? Выберем опять здесь равно. Здесь отменим. Также можно с нотами поступать. Ну, вот, допустим, ля. Второй, да? И чтобы он нашел, допустим, ля второй, у нас одна нота. Ля третий. Ля третий, вот две. При этом можно... Раз, вот он выделил, где она тут. И вторая у нас здесь. Если бы она была, допустим, за экраном. Как-то вот так вот сделаем. Покажет ли нам он ее, интересно? Вот первая нота у нас здесь, а вторая не показал. То есть нужно, чтобы был весь экран. Вот, вот, то есть вот она. Но это очень удобно. И также здесь есть что показать все, получая вот этот знак, показать все, кроме выделенной ноты, показать все, получается, ниже нее и выше ее, да, получается так. Плюс тут уже по канально первый канал, второй отобразить и так далее, да. Типы нот. Но по времени вот здесь нельзя никак ранжировать, но это и логично. Также можно здесь нажать «Отключить контролеры», «Показать ноты off». Ну, тоже тут надо читать. И замьютировать протокол SysX. Вот таким образом. Я думаю, это интересно. Ну, также его можно здесь закрыть. Что еще я тут интересного нашел? Ну, вроде все, о чем хотел рассказать, вроде рассказал.
Вот, про поддержку ARA, про то, как это все делать. Может быть, конечно, немного скучно и сумбурно, но я сам учусь, и, в принципе, мне было интересно, как он работает. И вот я решил снять обзор на, ну, то, что нового в Samplitude и как он, собственно, работает. Ну, думаю, послушаем, что за трек вообще был. То мы тут, опять же, поиздевались, но не слушали. Сначала... А, кстати, вот еще такой момент. Вот нажимаешь клавишу сначала начать, да? Он вот с этого места начинает. Может, я там, конечно, в настройки что-то... Посмотрим настройки. Может, здесь я что-то там... Может, это она? Ну-ка. Нет. Это не то. Вернем, как было. Вот сам же обозревал, но не помню. Ну, возможно, это глюк какой-то. То есть, вот вы поставили и, допустим, проиграли. Он вернулся именно на нее. То есть, чтобы начать сначала, нужно Home нажать клавишу на клавиатуре. То есть, вот он в начало у нас проследовал маркер. Либо же вот этим ползунком в начало его отправить, что не очень удобно. Но если нажать эту, он возвращается, получается, к маркеру, где он был в последний раз. Вот. Что еще тут можно рассказать? Да, в принципе, наверное, больше нечего рассказывать. Также обновилась, по-моему, Independence, насколько я понял, и Vita. Вот если вы будете скачивать здесь инструменты, по-моему, там 3 или 4 инструмента Vita и Independence обновились вот в этой версии. Изотоп я еще не устанавливал, но думаю, что все впереди. Ну, в общем-то, все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы все-таки песню послушаем. Она не полностью. Полностью она есть на промо-диджи. В ремиксах я там участвовал. Пока что еще ни разу не победил, но почти всегда участвую. Слушаем. Да, тут пауза такая. Что слушаем? Вот здесь. Звуки солнца потеряться.
разбежаться и услышать звуки солнца, потеряться. Я с тобою не падаю, падаю, снова теряю миски. Не сдержаться, из-за тебя трясло улыбаться. Мое сердце не готово, лучше не видать утро голодный рассвет. Где нас больше нет? Так, ну, хотел гамму тут сыграть, все зависло. Но это, наверное, из-за драйвера. То, что другой драйвер использую просто для записи. Спасибо за просмотр. Думаю, вам понравилось. До свидания.